Областной суд отменил приговор магнитогорцу, который задушил собутыльника при самообороне. Мужчине назначили 1 год и 10 месяцев колонии поселения. Но этот вердикт посчитали мягким. И пересмотрев дело, областной суд признал, что убийство было умышленным и назначил подсудимому 8 лет колонии строгого режима. Напомним, двое друзей пытались спрятать тело 43-летнего жителя Оренбурга, сбросив мертвеца в коллектор, чтобы труп не всплыл. К рукам и ногам привязали шлакоблоки, но тело вынесло на реку Урал. Мотивом убийства послужила ссора из-за девушки. И вот друзей осудили. Одного за помощь в сокрытии трупа, а второго по статье убийства.